Всем привет, привет, привет! С вами ваш великолепный сынулька красотулька. Не может, сынулька красотулька объелся. Объелся маминых вкусняшек. Мама готовила замечательные домашние котлетки из домашней говядинки. Ну и это, картошечку пюре, капуста, в общем, все полезное. Тут через забор мне перекинули вот такую штуку. Никогда не догадаетесь, что это за штука. Да выхожу, все перекидывает, да перекидывает, перекидывает, да перекидывает. Так, что за штука, будем мы смотреть с вами. Надеюсь, дорогие зрители, кто следит за нашим каналом, вам тоже интересно. Посмотрим, что здесь. Пойдет для домичка или не пойдет? Может, надо было туда занести. Так. Упаковано. Упаковано. Взял я канцелярский нож. Так, а что, как его? Надо было где-то это грамотно подрезать. Ну, ладно. Если брак, мы скотчем замотаем и обратно через забор перекинем. Так, что здесь находится? Ой, что же здесь у нас находится? А здесь у нас находится коробка. Правильно, логично, логично. Так, коробка. Ой, как мне тяжело. На маминых харчах стараешься, кушаешь, ешь, потеешь ведь, устаешь, но ешь. Так, что, наверное, вот так вот дегустируешь, расположим. Вот это туда, вот это туда. Пойдемте смотреть ближе. Пойдемте, сейчас мы с вами сделаем вещи. Дорогие зрители, у нас светит солнце. Ой, не могу нагнуться. На диету надо садиться. Что-то это, вроде двигаешься боком. Так, ровненько открываем. О, ну ничего себе. Так, тихо, ногой. Надо здесь ровненько под это. Это у нас конструктор. Ой, лысинка. Ой, сейчас я. Ой, устал так. Устал. Ну так, смотрите, мамины это. Как мама готовит. Что это у нас? Железка. Ого. Железка. Сюда. Это у нас вторая железка. Вторая железка превращается в третью железку. Так, уже интереснее. И чувствуем мы с вами тут надолго. О! Это у нас болтики, гаечки. Чувствую. Ну, ладно. Так, конструктор. Посылки на мухотенью, по Ильичевскому велению. Ну-ка, быстро соберись. Ага. Размечтался. Давай-ка собирай. Ой. Смотрите, я тут осторожно. Тут что-то еще. О. Это у нас умывальник. Умывальник. Я никогда не рекламирую, потому что никогда не это. Называется, короче, умывальник рога и копыта из качественного металла. Так, номинальная мощность 1,25 кВт, номинальное напряжение 220 вольт. С подогревателем. Здесь есть даже патент. Так, вот такое это конструкция. Сейчас я буду это все выкладывать. Сперва надо это выложить все. Посмотреть, что здесь все нормально.
Так, вот это осторожно сюда. Железка номер... Ух ты! Конструкция. Это вам не это. Это вам не это. Так, коробочка. Надо туда ее на пол. Сейчас мы с вами отодвинемся немного. Отодвинемся. И будем смотреть, что же здесь у нас. Присядем аккуратно на пол. Так. Смотрим. Это умывальник для домичка. Так как домичек не жилой. Нет ни воды, ничего нету. Ни санузла. Значит, домичек. Руки должны быть всегда чистые. Так, и не только руки. Ух ты. Тут еще... Смотрите, тут еще гаечки. Еще эти. Ух ты. Ага. Прикольно. Ё-моё. Сынка! Так, нам надо не потерять, что откуда. О! Получается. Здесь какая-то наклейка. Оторваем ее. Можно это наклейка. Какая-то. Закидываем. Ну, не нужна. И туда же ящичек. Попал. Так, снизу. Снизу. Во. Снизу, короче, пустота у нас. А, снизу тену. Это, короче, не низ, это вверх. Во, точно. Вот это выкидываем. Да. Смотрите, это у нас получается вверх. А, вот. Вот оно у нас получается. Смотрите, сейчас мы сразу его начнем собирать. Я взял с собой отверточки. Что, как у нас крутить-то? Здесь должны быть прокладки. Ай, резинки. Опа. Так. Вот это получается. Во, кнопочка должна гореть. Рычажок. Выключаться. Вот он включается, выключается. Переходим более серьезно. Здесь силиконовая резинка. Силиконовая резинка. Прокладка. Вот сюда мы вставляем сразу. Давайте. Побольше это. Как вы знаете, у меня же 7 высших инженерных образований. Я могу собрать все, что угодно. Но будет ли это при сборке работать, от меня уже не зависит. Во, одеваем, закручиваем. Фу. Вот это краник. Ну-ка. Во. Краник. Во. Следующее. А следующее что тут? Следующее. Так, думай, сынка, думай. Нам надо гаечки, короче. Во. Давайте. Ну как их собирать? Ну-ка, инженер, конструктор. Так, как собирать-то? Чё? Так, короче, думаю. Думаем, как мы её собирать. И без инструкции. Инструкция нам не нужна. Да? Или нужна? Сейчас мы посмотрим. Сразу все перемычки будем одевать. Вот это сюда, рычажок. Включение, отключение. Так, вот он должен идти с эмблемой. Во. Включение. Выключение. И дальше болтики, гаечки, гаечки, болтики. Здесь у нас крепеж должен быть
Так, что он должен быть? Короче, я завис. Сейчас будем смотреть. Извлеките умывальник из упаковки, возьмите левую 10 и правую 2. Левую 10. Так, левую 10. Правую 2. Сейчас мы с вами соберем. А вы знаете, что самое интересное? Когда первый раз какую-нибудь вещь соберете, вы потратите больше времени, чем на вторую сборку этой же самой вещи. Вот будет такая же адекватная вторая, уже будешь знать, что куда вставляется. А когда первый раз собираешь, то, конечно, какую-нибудь... Так, здесь у нас получаются вырезы. Подрезы, вырезы. Так, во. Чего? Куда нам? И чего взял я? Так, дырочки. Отверстия. Что-то я не понял, дорогие зрители. Ну-ка. Взял мы 1-2 боковины, так как показано на рисунке, затем с помощью винтов М4 соедините их со стяжками 4 и 6. Со стяжками. А стяжки вот это какие? Ну-ка. Стяжки это вот эти стяжки. Так, ладно. Меньше слов, больше дела. Нам надо вот это сюда, да? И как они со стяжками-то? А, там стяжки, вон те стяжки. Все понял. И те стяжки. Вот эти стяжки. Так, включаем наш интеллект. О, сейчас мы с вами дырочки сюда подходят. Ого. Все, поехали те. Упаковка. И собираем. Собирай. Собирай меня скорее. Угол ставь ты побыстрее. Да? Стяжки. Так. Гайки пишет. Так, 12, а что там написано? Так, ну-ка. Собираем. Двоечник. Надо было отверточку взять сразу. Отверточку. Я ж не знал, что здесь. Поэтому у меня на окошке отверточка. Я ж, дорогие зрители, не знал, что здесь находится. Я же с самого начала сказал, что через забор. Так, ладно, собираем, короче, смех смехом, включаем свою инженерную высшую образовательную извилину, основанную на логическом мышлении, ну, логику. Так, и вкручиваем накаточком. Сейчас мы сперва поставим, чтобы у нас стояло, чтобы мне не уйти у нас, это не упало здесь. Во. Сейчас другую сразу мы поставим вот так вот. И она у нас будет стоять. Пойдем за отверточкой. Она на окошке отверточка. Так, это получается вовнутрь. Должна стоять вовнутрь. А не снаружи. По факту она у нас должна стоять.
Ой, что-то упало. Что-то упало. Так, отверточка. Пока стоит. Стоит. Идем за отверточкой. Идем за отверточкой. Все, поехали эти делать. Нормально. Подтягиваем. Смех смехом, конечно. Сейчас быстро мы с вами. Я же, конечно, бывает дурач, шучу. Подтягиваем, но сильно не перетягиваем в перетяжку. Болты, гайки. Затягиваем. Так, и следующую внизу. Подтягиваем такую же. Крепление. Гаечку. Вот, подвигаем. Так, следующая же у нас на них идет. Это мне память. Да. Сейчас мы с вами сделаем. Так. Духота стоит. Духотень. Придерживаем, затягиваем. Опа. Можно вот так вот с усилием. И по цвету к интерьеру подходит. Так, дотягиваем. Получается, у нас задняя стенка должна получаться. Задняя стенка. Следующая гайка, говорит, цинка. Подтянули. Дальше. Это должна быть. Сейчас посмотрим с вами. Это должна быть дверка. Так, следующую. Ага. Теперь ставим мы умывальник. Чтобы дальше нам продолжить крепить. Ну-ка. Сейчас разберемся. Так, это задняя стенка. Это.
Так, так, так. Прикипи далее, возьмите нижний. Винтами, боковинами, понятно, сверху на получившуюся конструкцию установите мойку. Надо вот эту мойку установить. Получившуюся конструкцию у нас, надо установить мойку. Вот она у нас идет, мойка. Так, получается, этой стороной. О, она у нас легла. Должна лечь. Так вот. Должна лечь. Мойка. Следующее. Что у нас тут? Так. И надо зафиксировать вот это. Так. Так. И вот так. Легла-то у нас. Угу. Вон те боковушки надо нам широкие крутить. Вот она получается дверца. Да. Вот эти боковушки широкие. Крутим сюда. По крепежам. Вот она получается вниз и вверх. Вниз вверх. Получается вот так вот. Да. Да, сейчас мы ее стягивать будем. Ой! Подождите. Или получается у нас. Ну да, все. Так, так, так. Отходит. Отходит. Удобно, но ой, придется вот здесь повозиться. Придется повозиться. Так, а мы сейчас знаете, что сделаем? Мы эту штуку сейчас снимем, развернем. А то мы так будем 3 часа возиться. Вот так поставим. Во! Это получается у нас вот так. А то мы действительно будем сейчас 3 часа тут возиться. Возиться. Вот это еще бы нажимать. Угу. Короче, ну-ка. Поймал. Поймал одну. Следующую ловим. Можно сразу здесь поймать. Во. Увлекательный конструктор. Так. Угу.
Зажигайку сюда. Пальцами. Да что у меня спорт-спорта все болится? Мелко, мелко, очень мелко. Так сделать. Слишком мелко. Надо было щипчики взять, щипчиками держать узкими. Не знал, что здесь так будет. Без щипчиков печалька. Одной рукой гаечку хватаешь, тоненькими держишь, другой подкручиваешь. Не знал, что так будет собираться. Взял бы, приготовим. Ну ладно.
Неужто поймала без щипчиков. Боковушки острые, даже гайка не пролазит, не то что палец. Да нет, не поймал. А за окном у нас уже вечер. Фишка в том, почему довольно долго провозился. Это заводской все-таки брак. Брак на одну створку. Там получилось так, что гайку не поставить, отверстия в этом месте смещены. То есть они вообще смещены, когда гайку подставляешь, даже резьбовое соединение не выходит. Я, конечно же, поднес шуруповерт, я их расширил, получается вся одна сторона, вот идет вся эта, технологический вот этот брак, но это претензии к заводу-изготовителю, почему он так пропускает, что приходится дорабатывать. Одна нормально сразу заскакивает, а другая нет. Здесь я укрепил, все закрепил как смог, кстати, открывается на гаечках. Здесь действительно нет никаких петлей, а чисто гайки. Тут металлическая штучка. Все, она вот так прикрыта. И опа, туда ставится ведро. И все. Так, пока положу сюда. Сейчас я буду думать, куда его установить. Но я нормально все закрепил как смог. Сюда я поставлю еще, знаете что, так как здесь гайки, именно здесь гайки, я поставлю два магнита, обычные два магнитика. Смотрите, вот здесь вот эту железячку, даже резинки нету, я вот так вот согну и все. Все вот так вот оно. Смотрите, я поставлю магнит вот сюда, у меня, кстати, на дверях так сделано. Один маленький магнитик вовнутрь, а другой сюда на дверцу. То есть мы прилепим, металл позволяет, совсем маленький. И когда мы будем закрывать, магнитики будут держать у нас. То есть не надо будет ни то, ни пятое, ни десятое. А я так сделал у себя дверь в комнате. То есть я два магнита поставил, но я, правда, неодимые поставил. А хорошие магниты, я двери закрываю, все, они у меня закрываются, держатся, открываются. Магниты вообще весь, вещь отличная. А сейчас мы его с вами установим. Потом я пока не буду подключать. Здесь надо будет еще поглядеть все-таки наподобие шланга одеть, чтобы пониже было ведро. Сейчас я здесь железку подогну. Она вот так вот сделана. О, видите, и стоит. Все здесь работает. Все здесь подтянуто, затянуто. Сам умывальник. Потом мы обязательно проверим, но попозже. Позже сразу мыть, полотенце еще надо будет, и все. Марку я уже сказал, никакую не рекламирую, ничего не это, потому что кому как попадется. Сейчас буду думать, куда установить, куда я же его поставлю. Нашел я место, нашел я применение этой мойки. Смотрится нормально, встало как надо. Нагреваться не будет, мешать высота полок не будет. То есть, о, мы потом все равно доведем, полмая
закреплю. А как уже сказал, сразу на магнитике это удобно. Тут все равно это пойдет в дело. Так. Ну что тогда? Доделывайте за заводами, производителями, ставьте под своим. Всем вкусняшек-вкусняшек, отличного настроения. Но действительно у меня нервы, аж я вот терпеливый, но у меня нервы, когда я гайку подставлял, я просто не мог. Ладно, вот такая красота с вами получилась. Всем отличного настроения, всем пока-пока. Я буду пока здесь собирать мусор, убирать это все. А сейчас фотоаппарат на зарядку. Всем пока-пока.